показываю, вот каким образом легко все это происходит. Вот 5-килограммовая гиря. Устанавливаю на поддон. Все опустилось. Это шприц. Это заправка. Лента очень повышенной рифлености. В одну сторону держит, в другую сторону спокойно проходит. Чтобы выбрать в другую сторону, безусловно, надо освобождать свободный конец. Еще раз демонстрирую. Подвесили поддон. Либо без усилия показываю протравливание. Либо уравновешиваю систему обыкновенной 5-килограммовой гирей.